Привет-привет! Натуля вместе с мышкой будет складывать сейчас новые сорты. Геометрические фигуры. Покормит мышку чуть-чуть. Ну, складывать-то будешь, Наташа? Сортер у нас слон. В нем 5 отверстий разной геометрической формы. И цветочек еще форма есть. Ну, давай, складывать начинаем, Наташа. Вон, у тебя цветочек у тебя. Вот, цветочек бери на столе, есть? Вот, складывай цветочек. Молодец. Дальше смотрим. Дальше, что у нас там есть поближе? Там цветочек, да? Хорошо, дальше вкладывай, Наташенька, что-нибудь бери. Мышку покормит Наташа, молодец. Да, а то мышка голодная у нас, утром не завтракала. Натуль, давай дальше. Давай треугольник положим. Треугольничек. Молодчина. Дальше мы смотрим, что еще у нас есть. Там все внутри сортера лежит, да? Хорошо. Натуль, бери дальше. Покормить надо мышку, да. Молодец. Давай дальше собирать. Шестигранник. Хорошо. Умница. Нашла шестигранник. Теперь у нас звездочка. Ищем звездочку. Где там звездочка? Выскочила. Ничего страшного. Давай дальше. Звездочку, Натуль, крути слона. Молодец. Не торопись, не торопись. Вот умница. Так, ну и теперь давай мышкину чашечку тоже положим. У мышки чашечка имеет форму квадрата в основании. Давай. Покушала мышка. Клади, Натуш, квадрат на место. Молодец! И мышку накормила, и сортер собрала. Умница!